Модельный быт. Все, один остался. Всех увел. Ты один остался. Это я. Что ты на меня зачем? Это я. Стой. Стой, сейчас пойдем. Стой, стой. Стой, стой. Стой спокойно, стой. Стой, это я. Это я. Спокойно, спокойно. Помоложе я увел, они спокойнее. А этот? Беспокойнее. Ну как, он беспокойнее, когда корова болеет. Как коров нету, не пришли. Его надо увезти. Вот такое вот опасное это дело, животноводство. Нужно постоянно контролировать животных. Так, женщины пошли на край за коровами, а я пошел в сторону котлована, тут здесь буквально 300 метров от дома, посмотреть телят. Так, вот этот молодняк, вот это мой стоит номер один. Дрищ. Так, вот вижу еще двое. Так, там тоже телят полно, но сейчас гляну, свои, не свои. Но выходят, все вылазят из котлована. О, это же мой туфля. Так, с ошейником мое. Так, вон и котлован. И вот там куча телят. Так, это мой. Ну-ка, эти камеру тут видать хорошо. Так, ошейник есть? Есть, мой. Тоже мой, тоже мой. О, так это все мои. И это мой.
Сейчас коровы пойдут, я их подгоню поближе к стаду и домой вместе со стадом. Так. Все, пошли ближе к дому. Сейчас коровы придут, и вы вместе с ними домой идите. А то вчера или позавчера. Да, походу, погода была плохая, темнеет рано. Видать, они весь день где-то пролежали, не наели. Ёлки-палки, дома не ночевали. С утра бегали, их искали. Они нашли помещение заброшенное, там ночевали. Так, ну это большой бык, это не мой. Остальные мои с ошейниками. Все, солнце уже еще 5 сантиметров из-за горизонта. Они сами уже домой идут. Вот корова не наша. Наши коровы в стадо ходят. Бык тоже не наш. Так. О, этот тоже не наш. С цепью не наш. Все, коровы появились. Идут домой. Так, и вот наш край гонит. Наша кучка могучая. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, до скорых встреч.